Эбби отпустила Элли. И как же сложится судьба этой маленькой, хрупкой, ладно, уже далеко не маленькой, и тем более далеко не хрупкой, девочки, мы узнаем в этом видео. Приятного просмотра. Повернуть, перевернуть. Переместить. Бэйби? Ребенок Дины? Иди сюда. Ты чего? Да, точно, это он. Похож. Все хорошо. Тише. Из-за тебя убили твоего отца. Из-за меня, не прости. Плачь. Похож на отца, глаза его. Пошли маму искать. Арх, будь здоров. Это кто у нас такой красивый? Мило. Может, искупать его? Да он какой-то темненький. Ну ладно, нет, так нет. Ну как она себя любит? Как она себя... А мужа нет? А мужа она, значит, не нарисовала. Хорошо. Они тебе нравятся, малыш? Очень. Прически у них безумные. А погоди, если Элли с ними живет, может быть... Господи, какая милая семья. О, здорово, проказники. Привет. Офигеть. Здорово, привет. Спасибо, что вымыла посуду. С тебя за это причитается музыка. Я что-нибудь найду. Музыка? Поставим музычку. Крокет стайл. А, любишь буги-вуги? Ну, давай. Электричество не надо, отлично. О, зашибись! Обожаю эту песню. Твоя мама не слишком разборчива. Конечно, я же выбрала тебя. А, я так и знал, я так и знал. Мама один, мама два, понятно. Блин, только давайте без... Ну и? Что, хочешь потанцевать? А ты умеешь? А то... О, смотри, как мама может. Ух ты. О, привет. Бля, ну ребенка зачем? Чудная ты. Ну твою мать, ну нахера, а? Ладно. Все, ты меня отвлекаешь. Я знаю. Все, все, хорош. Иди. Ладно. Спасибо. Ой, я оставила. Надеюсь, его сожрут. Можешь сходить за ним? Да, конечно. Мне аж плохо стало. No way. Подышим свежим воздухом. О, господи, какая красота. Какая красота. А зачем им сено это? А ведь это опасно, оно вроде как сухая, да? Сухая травка. А забор высоковольтный. Ничего себе, вы могете, да, вы понимаете толк в жизни зомби-мира. Но все равно как-то стрёмно тут жить. Никуда не залезть. А ну-ка, что будет, если я ребенок? Ну, да подожди ты. Это получается, мы сделали себе... Привет. Жилище. Как ты тут очутился? Защищенное с помощью электричества, наверное. Хотя я не уверен, если честно. Давай заберем Флорик с собой. Ну-ка. Да, и трактор работает. Офигеть. Вот, откуда масло? Садись. Откуда солярка? Красиво, да? Нет, трактор не работает. Эй, знаешь что? Очень красиво. Я тебя научу играть на гитаре. Когда ручки вырастут. И когда ты перестанешь какать в штаны. Не переживай. Мы все так делали. Мило. Ладно, Картофан. Пойдем проведаем маму. А там зомби его сжирает потихонечку. Я буду этому рад. Ибо нехрен. Прятаться нельзя? Нет. Давай посмотрим, что за дерево. Может быть, в этом дупле нам придется прятать... Д плюс Е. Дина плюс Элли равняется...
Как его зовут? Хуан? Джеймс? Джон? Джилл? Джи-джи? Серьезно? Джи-джи? Ну вот, как положено. Серьезно? Мальчика зовут Джи-джи? Господи, какой ужас. Бедный пацан. Где службы, которые занимаются изъятием детей? Я пошла сушить белье. Давай. Я хочу посмотреть, что на этой стороне нашего двора. Ух, спина. Одна справишься? Ага. Да-да. Она роль мамы играет. Я понял, да. Мы теперь роль батя. Принести ему куртку? А, я нет, только заметил, мы постриглись. У нас же волосы подлиннее были, нет? Да. Она реально роль бати играет. Скоро будет ирокез или что-то типа того. Типа, знаешь, мужская прическа. Так, только давайте без лабуза не по... Да ёб твою мать, а. Опять? Бля, харе. Можешь сказать стоп. 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 Или не можешь. Твою мать. Ладно, стоп. Я серьезно. Господи, господи, молодец. Молодец, Дина. Молодец. Хочешь погладить? Сейчас. Барашкам принесли еду. Не-не-не. Вкусные пальчики. Нежно, нежно. Овечка. Вот ням-ням. Так. Правильно. Ага. Элли. Что? Давай я его заберу. Загонишь овец в хлев? Да, мы с ним вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Хорошо. Да воняет, я. Да? Дипломированный пастух. А ну быстро! И... Быстро домой! Ну и быстро. Хватит, а то я усну. А вы что тут стоите, я не понял. А ну пошла! 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 Я самый лучший оленевод. Овцевод, точнее. Тот. Мелкий пошел. Двигай телом. Тот. Прости, тот. У нас явно овец больше, чем нужно. Да. Слушай, я давай том парочку же. Слопаем. Ладно, ребята, увидимся завтра. Я вначале подумал, что это яйца, но оказывается, это не яйца. Ну и ладно. Эй, ты как вылез? А вот это прям как в кино, в фильмах ужасов. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. А что это с ним? А, нет, он просто маленький. Иди сюда. Пойдем, озорник. Это флешбэк. Это очень Иди крутой хочешь. Флешбэк. Если хочешь. Эй, 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 эй! Ничего не работает. Так, погоди. Нет, 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 помогите! Нет. Погоди, либо это флешбэк, либо это вообще все сон. Может, это все сон, надеюсь, это все сон. Нет, это не сон. Посмотрите, дома. Дома. Дыши, дыши. Не могу, не могу. Я возьму его, ладно? Помнишь, там во Вьетнаме что творилось? Я не могу. Я вижу своих братьев-солдат. Господи. Прости. Я не знаю, что... Я просто их... Ничего. Зато сразу взбодрились. Дурацкая овца. Бедная собачка!
Ну что? О, господи, как ужасно. Жена, я хавчик принесла. Так. Она чего-то боится. Я пока не пойму чего, но раз уж она так сильно глубоко, точнее, вздохнула, значит, она нервничает. Может быть, у нее просто кукуха поехала. Что? Лошадь, все нормально. Ты пришла с охоты. Завалила несчастного зайчоныша и... Привет. А ты тут с кем? Может быть, кто-то к ним в гости пришел? Пошли посмотрим. Привет. Ты где была? Охотилась. Ну хватит, ну блин, вы чё? Кто приехал? Ну, ты заходи. С родкомитета. Томми? А у тебя медвежья хватка. Привет, а вот и ты. А вот и Томми. Томми жив-здоров. Прекрасно. Сюда. Вот Теле. Так. Помочь? Я сам. Здравствуй. Привет. Здорово, Томми, одноглазый братец. Рада видеть. Живой. И я тебя. Такой тяжеленький. Да уж, сплошной комок мускулов. Прям как его батя. Как город? Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Да, твою же мать, ну хватит, ну хватит, ну что за бредятина, блин. Мы поговорили об этом, мы оба этого хотим. Итак, присядь, кое-что покажу. Только, пожалуйста, не про любовь, я вас очень прошу, не надо, я не порти игру. Наводил справки, один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Смотри, как ее плющит. Это точно она. И что? Зачем она вам? Вы идиоты, зачем? Хватит с нас этого. Вот именно, вы и так убили кучу народу. Прости. Да вот именно, зачем? Не надо больше. Ну, я не смогу. Знаю. Я не понимаю, Томми. Понятно. Томми, прости, но я тебя не понимаю. Еще попробуй легко обидеться. Наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй. Охренеть. Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми. Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. А Томми больше терять нечего. Глаза нет, девчонки нету. Вообще ничего нету. Это вообще, это было ребячество. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание. Карту оставил. Бля, ну это тупо. Если ты за ней пойдешь, это будет очень тупо. Вот, воспитывайте маленького коричонка, и все будет у вас прекрасно. Что тебе от жизни еще нужно? Господи, как он на отца похож, я не могу прям, валяюсь. А она собирается, конечно, да.
Сразу валим отсюда. Пошли. Я уже все понял. Можете не говорить мне. Собирай свои вещички, манатки. Да, конечно, там будут фотографии нашего Джоэла. Джоэла. Сейчас ты увидишь, какой он был красавчик, как он любил нас. А, ну ладно, нет, так нет. Читать. Пришли родители Джесса. Сперва было неплохо, они хорошие, но потом они начали уговаривать нас вернуться в Джексон. Я не выдержала и сбежала в лес, и сидела там до поздней ночи. Дина была со мной. По-моему, она рехнулась, но она взяла меня за руку и отвела спать. Чувствую себя виноватой. Опять это. Я охотилась на кабана и загнала его на старую заправку. Он истекал кровью и визжал, совсем как тогда. Я не смогла избавиться от образов и бросил его подыхать. Кожа горит, господи, бедный кабанчик. Наверное, уже пора бы, придушить зов, придушить желание, потушить желание. При виде твоих глаз, твоей улыбки, маска становится тяжелее и... сползает с лица, господи. Шаг вперед, два назад, шаг назад и еще два вперед. А на шее петля, с каждым шагом все туже, все труднее дышать. Как перерезать стропу, веревку, стропу. Я жду рассвета, на свете больше не будет. Но света больше не будет. Я его потеряла. Может быть, я уже ослепла. Может, пора все забыть, господи. Какая лирика, офигеть. Меня сейчас тошнит. Так, опять это образы исчезли довольно быстро, но кожа болела все утро. Я так и не смогла опять уснуть. Дина была со мной, когда же это кончится? Не понимаю, как Дина так легко говорит о Джесси. А, Джесси? А, Джей Джею. Она рассказала о нем Джей Джею. Она думает, что и мне стоит рассказать о Джоэле. Выговорится. Она так говорит, будто воспоминания — это испорченная еда. И слышать не желаю. Будет только больно. К тому же я начну, я не смогу остановиться. Сегодня катала Джей Джея. Господи, какое тупое имя. Он смеялся всю дорогу. Я почти не вспоминала Сиэтл. Было здорово. Отлично. Давай посмотрим. Ну да, все, все. Провалим отсюда. Мы поняли, что ты уже катишься по наклону. Кто так красиво рисует, кстати? Очень классно нарисован, на самом деле. Ну да ладно. Наверняка это девчонка, потому что у всех, у кого... у всех людей, у которых такой нос, практически все, по моей внутренней статистике, рисуют великолепно. Ладно, пойдем на улицу. Нет, на улице нельзя, я немного не угадал. Что ты, замерзла? Наверное, нам нужна одежда. Одежда должна быть в прихожей. Это совсем другая прихожая, понял. Так, раз уж в прихожей нету, значит, а может быть тут кладовая есть? А? Это туалет, простите. Я еще не запомнил. Ага. А, нет, просто кто-то окно закрыл, забыл закрыть. Опять флешбэк? Она подумала, что будет флешбэк, но его не было. А сейчас будет флешбэк, смотри. Гитара. Но гитар. Нет. Ладно, дайте сыграть на гитаре. Какую-нибудь лирическую нам, пожалуйста. Шансонье. Поехали. Я все чаще понимаю. Флешбэк не получился. Она, скорее всего, беря в руки гитару, постоянно вспоминает о Джоэле. Я вот в таких былых временах. Или подожди, или это они приехали в деревню? Так, я не помню, темнокожий жив? Стоп, а что с ними вообще стало? Там же Айзека убили. Да, нет, это старое время, понятно. Ха, привет. Я же говорю, сын на него чем-то похож. Чем понять какой не могу. Не говори. А ты в театре умрешь. Твой старик мне сегодня устроил. Ну, тему. Патрулировать меня учил. Так делай, так не делай. Он сама забота, когда дело касается тебя. Да. Она
любит покрасоваться. Ничего, через 2 недели опять сойдетесь. Да, конечно. Да ему вообще не надо. По нему видно. Она что-то говорила? Даже через неделю. Элли! Привет! Долго ж ты шла? Ну, пришла же. Дина. Джесси. Пойдем. Вы только недолго, нам рано вставать. Есть, короче, со всеми попробовал, только его не позвали. Бедняга. Злая ты. Да ладно. Не начинай хоть ты. У меня к тебе очень серьезный вопрос. Опа. Тут понеслась. От меня плохо пахнет. Да капец, блин, меня сейчас тошнит. Как от навозной кучи. О, ясно. А вот так. Фу. Тебе нравится. И тут у нее сердечко ёкнуло. Смотри, на тебя все парни пялятся. А может быть, на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. Я понял. Сейчас начнется опять нравоучение. Ой, Эля, ты знаешь, что в нашем мире... Угроза. Ну, ёб твою мать, опять придется закрывать все. Тихо. Все. Нельзя такие вещи. Я не пропагандирую такую штуку. Бля, как они целуются, ни хрена себе. Фу! Эй! Надо взять на заметку. Соблюдайте приличие. Вот именно. Молодец. Извини. Сразу видно старая кровь. Извини. Не ори на него. Не забывайте, здесь дети. Вот а именно. Как будто пример для подражания. На себя посмотри. Последи, поняла ли сбуха? Опа! Что ты сейчас сказал? Спокойно. Шел бы ты отсюда. Руки убери! Хватит! Ла-ла-лей. Это помните, это момент, когда мы только начали играть. Короче, это тип бармен. Это момент, когда мы подошли, он перед нами типа извинялся. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джон. А, я еще вспомнил, чего у него такая реакция, да, точно. Точно. Все, точно. Ладно. Дура, он тебе вообще жизнь спас. Ты сегодня получила такие эмоции, ты бы их не получила, если бы не он. Понятно? Коза неблагодарная. И не факт, что если бы ее почекрыжили, то спасли бы мир. Не факт. Врач сам сказал, что может быть и не получится. Потому что прогуливал уроки. Вот так вот. Нельзя прогуливать уроки. Запомни, мой друг. Только некоторые. Ага. Кто проснулся? Эй. Кто идет? Здрасте. Я иду мстить. Простите. Да. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Да. Ладно. Я ухожу, прости. Пойдем спать. Да в смысле? Ты что, офигел, что ли? Да. Я должна идти. Опа. Она знала, но просто она... А, блядь, сука. Подставь. Вот, тваря, ненавижу. Ничего. Ты, Томми, не должна. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Что? Ты думаешь, мне легко? 100%. Это все ради него и ради тебя. Люблю тебя. Так докажи. Останься.
Прости меня. Так вообще что, не жалко. Мне просто сидеть тут и ждать тебя. Да? Бог знает, либо сколько повесить. Гадать, убили тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. И Джоэл. Только что хотел сказать. И Джоэл. Эй, постой. Джоэл. Эй. Дай поцеловать напоследок, пожалуйста. Один разочек. Мы же семья. Да, конечно. А ведь это должно быть важнее всего. Да иди уже мочи Джоэла. О, Джоэла, эту Эбби. Но зря, я все равно считаю, что нет. Они должны были подружиться, как минимум. Ну объясни, скажи, что ты не можешь. Блин, ну что ты язык проглотила, блин, придурочная. А ты я чё? Я больше не стану повторять. Ты наплевать, типа ты меня не пустишь, да? А куда ты денешься? Дело твое. О, молодец. Она же типа в роли бати играет здесь. Иди своего малыша. Обними и все. Батя пошел за хлебом. У нас получается, Эбби пожалела Элли, пожалела Томми уже второй раз. Пощадила их, точнее, да. Даже несмотря на то, что она убила их, ее лучших друзей. Она убила. Я про Элли сейчас. Элли убила лучших друзей Эбби. Блин, зачем так надо было имена придумывать, а? Элли убила подругу беременную, ее бойфренда убила. Да там куча народа она поубивала. В итоге Эбби великодушно, с помощью своего нового азиатского друга, конечно же, решила пожалеть этих ребят. И Дину тоже пожалела. Блин. Конечно, то, что говорит Дина, типа, ой, нет, не надо идти, все это в прошлом, я ее понять могу, потому что она была на волоске от смерти. И ее Эбби пощадила. Прям вот, прям вот сразу. Отлично. Просто шикарно. Элли, возможно, я тоже могу понять, но как-то немного двойственно. То есть тебя пожалели, ты один хрен хочешь пойти ее убить. Блин, убить за что? Да ты должна была осознать, что ты ничем не лучше Эбби, этой девчонки. Ты ничем не лучше, потому что ты знала, за что Джоэла убили. Ты знала и все равно пошла мстить. Получается, ты ничуть не лучше этой девчонки. Ты тоже мстишь за отца. И ты должна была понять, потому что ты уже не маленькая девочка, что этого делать нельзя. То же самое с Томасом. С Томасом вообще даже не то же самое, просто Томас рехнулся, походу. То он ни хрена, братцы, не знал, они с ним поругались, они с ним посрались, он его, можно сказать, послал на 3-4 стороны, потом в итоге они увиделись, ой, любовь-морковь, там, ты мой брат навеки, все дела, его убивают, и тут он пошел мстить за братца. Да, хорошо, вроде бы неплохая история, но как он себя сейчас повел в доме, мне лично не понравилось. Было такое ощущение, как будто там не мужик 45-летний стоит, а как будто, блин, ну, пацану лет 14. Извините, чуваки, кому по 14 лет, но правда, мозгов там было очень мало. Короче, я вообще в предвкушении, что будет дальше, а в том плане, что игра закончится с таким крутым сюжетным поворотом, что я просто умру от счастья. Ну а пока.